Сомнений в победе Растельмаша над Сатурном из Раменского у болельщиков и специалистов перед началом игры не было. Да и само начало было весьма активным со стороны хозяев поля. Но счет первыми открыли гости. На 26-й минуте встречи Александр Грязин со штрафного отправил мяч в ворота Савченко. После чего, как и должно собственно быть, гости заиграли по уверению. Однако излишняя уверенность всегда чревата, а нарушение правил наказуемо. Дуэль Ханкеев-Казаков завершается в пользу Ханкеева 1-1. Игоря Ханкеева, кстати, можно назвать без опаски стержнем игры Растельмаша в этом матче. Второй тайм был окроплен обильным дождем с громом и молниями, а также обилием результативных и красивых атак. Олег Пестряков оказался их исполнителем дважды при непосредственной поддержке Бессмертного и Ханкеева. Шансов забить у ростовчан было хоть отбавляй, один из которых буквально на последней минуте встречи использовал вышедший на замену Мацегура. Итоговый счет 4-1 в пользу хозяев поля.